Стамбульский парк пришелся по душе всем одесситам, особенно тем, кто не хочет переплачивать за алкоголь в барах, и влюбленных, которым, видимо, душно сидеть дома. Здесь хорошо и тем, и другим. Одесситы и гости города сетуют на то, что в море зачастую много мусора. У жителей поселка Котовского проблема совсем другая. Их район утопает в море мусора. И в отличие от Черного, это море противное. Борьба с автохамами методом кнута, как показывает практика, ни к чему не приводит. В одном из районов города за неправильную парковку обещают награждать бесплатной путевкой. На шиномонтаж, причем на выбор водителя и за его же деньги. Все школьники ждали летних каникул, но с их наступлением не все из них знают, что делать со свободным временем. Некоторые коротают время, ломая ночами деревья и пожарные щиты. Наказание может стать специальная летняя школа, ведь они хотят учиться. Хоть арбузный сезон еще и не настал, а торговцы из Херсона уже наполняют Одессу. Полицейские задержали группу молодых людей, которая приехала к нам в город продавать наркотики. Лучше бы приехали с арбузами.